На территории Ирганайского водохранилища прошла масштабная экологическая акция «Чистый берег», организованная сотрудниками МЧС России по Республике Дагестан. 150 человек личного состава под руководством начальника главного управления Наримана Казимагомедова очистили береговую территорию и вывезли 5 КАМАЗов мусора. Как отметил глава регионального чрезвычайного ведомства, целью акции является охрана окружающей среды и привлечение внимания дагестанцев к бережному отношению к природе и вопросам экологии. Акция приурочена Дню гражданской обороны, значит, всероссийский, значит, Всемирный день гражданской обороны. Вот, и решили приурочить сегодняшнее мероприятие, вот, чтобы не только мы на ЧАЭС пришли с выезжаем, да, лишь составы, и можно так организовать такое мероприятие, провести, значит, горы через нашего берега, саму речку нашу. Постепенно природу надо уважать, любить природу надо. Я сам проехал, значит, на катере вверх-вниз посмотрел. Еще много работы, мусора очень много. Мы будем потихоньку включать свой план работы и в дальнейшем будем организовывать такие мероприятия. Стоит отметить, что участие в экологической акции приняли и дети сотрудников, что является воспитательным примером для подрастающего поколения. В рамках субботника организаторами был разбит палаточный лагерь и полевая кухня, что еще больше взбодрило участников трудиться на благо сохранения окружающей среды.